Путешествуя, мы страница за страницей перелистываем книгу мира. Этой осенью мы прочитали новую главу, название которой «Грузия». Церетели сказал: «Иногда и мгновение слаще целого века счастья, а в разрезе жизни 10 дней – это и есть мгновение. Мгновение истинного счастья, когда ты открываешь для себя новый мир и трепетно собираешь впечатления в копилку своей памяти». Лучше путешествий, но давайте обо всем поподробнее. Рейс Актау-Тбилиси прилетел очень поздно. До Боржоми дорога на машине заняла еще 2 часа. Получив свой номер, мы сразу же легли спать. А вот на следующий день мы отправились исследовать незнакомые территории. Выйдя на улицу, мы сразу приметили красоту и величие гор. Наше любование горами можно было сравнить с тем, как туристы, которые приезжают в Актау, любуются нашим Каспием, хотя для нас море является чем-то обыденным, само собой разумеющимся. Мы думаем, жить без моря? Разве так бывает? В Боржоми местные так думают о горах, которые просто великолепны. Знакомились с местными флорой и фауной. Этот рыжий кот был очень добродушным. А вот этот полосатый пушистик был котиком с характером и позволял ласкать себя разве что только глазами. Нам очень понравилась грузинская кухня. Чего мы только не перепробовали. Хачапури, долму, чвиштари, пхали. А вот местные хинкали так и не попробовали. Несколько дней спустя после приезда мы узнали о парке, в котором можно было набрать настоящую боржомскую воду прямо из источника. Гуляя там каждый день, мы очень полюбили этот парк, поэтому в наших воспоминаниях он занимает особое место. На территории Боржомского парка находится источник с теплой, именно лечебной водой. Кстати, источник этот называется Екатерина. Приятно. Хороша вода. Тепленькая. Теплая, да. Вкусно. Очень вкусно. Вода в источнике теплая, потому что течет она на относительно небольшой глубине. А вот не доходя до парка, есть источник с холодной водой, которую местные советуют пить на утро после веселого праздника. Ну, вы поняли, в общем, для чего она. Вот так вот здесь красиво, только идет дождь. Идет дождь. И мы ждем, пока пройдет дождь. Пока идет дождь, мы решили купить подарки. Мы наконец-то добрались после этого дождя. Голова мокрая, все мокрое. Сейчас переоделись, пришли наконец-то поесть. Тут играет музыка, очень здорово. Так что сейчас покушаем. Может, покажу, что мы будем есть. Все национальная кухня. Вот это значит наконец-таки любимая долма. Но она, как я понимаю, она не в виноградном листе. Она, скорее всего, в капустном. Вот это вот, короче, говядина с аджикой. Вот это чехрубили из курицы. Вот это вот кебаб. А вот это кукурузная лепешка. Сейчас попробуем.